Расскажу сегодня еще одну практику дыхательную. Вот сейчас я ее очень люблю. Она мне нравится особо, особенно вот когда прана дни. Очень она хорошо помогает. Ничего сложного, опять же. Это выдыхание. Когда вы делаете выдох, просто немножко его продлите. Вот вы выдыхаете и выдыхаете просто медленно, и как бы его продлеваете, продлеваете, продлеваете. А потом он у вас уже закончился, а вы как будто еще продолжаете выдыхать. Вы можете даже, например, представить, что вы выдыхаете до ядра планеты. Попробуйте. Или просто выдыхаете. И это даже нельзя назвать задержкой, когда вы выдыхаете. Это вот как некое такое энергетическое продление происходит, когда вы уже не дышите. И задержитесь просто. Задержитесь до такого состояние, когда вам действительно не захочется вдохнуть. То есть вы выдохнули, так вот медленно побыли в этом состоянии неком, насладились им, до тех пор, пока действительно по-настоящему не захочется сделать вдох. Это может быть совершенно разное время, не надо там как-то засекать, что вы определенное там количество времени не дышите. Вы просто выдыхаете, наслаждаетесь этим выдохом, продлеваете его до тех пор, пока не захочется по-настоящему вдохнуть. И понаблюдайте, в этот момент происходит очень интересное что-то. Происходит интересное ощущение тела, сознания. Просто понаблюдайте, вот что происходит с вами в этот момент, когда вы делаете такое дыхание. И расскажите, что с вами происходило в этот момент.